Красный берег – деревня, расположенная в 20 километрах от города Жлобина Гомельской области. Здесь находится мемориальный комплекс, посвященный детям Великой Отечественной войны. Его называют детской хатынью. Здесь в 1943 году нацисты создали донорский детский концлагерь. Через него прошли 12 тысяч ребят из разных уголков Советского Союза, в том числе Беларуси. В основном это были девочки 8-14 лет с первой группой крови и положительным резус-фактором. Лагерь был сборным пунктом, где дети проходили медицинское обследование и затем направлялись в Германию как доноры для раненых. Известно, что таким образом были вывезены около 2000 детей Рогачевского, Добрушского и Жлобинского районов. Но в Германию увозили только часть узников, остальных ждала смерть. Забор до последней капли гитлеровские врачи осуществляли прямо в Краснобережском концлагере, который располагался в усадьбе. К слову, она сохранилась и на сегодняшний день. Их методы отличались особой бесчеловечностью и жестокостью. Погибло около 5000 детей. Некоторые малыши даже хотели попасть в донорский концлагерь. Были наслышаны, что немцы здесь не бьют. Моют чуть ли не каждый день, а на ужин дают сладкое – кусочек сахара. Умирать было не больно. Обескровленные дети засыпали навсегда. А тем, кто еще подавал признаки жизни, немецкие врачи из гуманности обмазывали губы ядом. Женщины в белых халатах регулярно приходили и уводили ребят группами. Клали на столы под наклоном и просовывали худенькие ручки в отверстия в стене. У некоторых кровь забирали полностью, а тела сжигали. Дина, Вася, Катя, Гоша, Мила, Толя. Десятки имен написаны на кораблике. Помните, мы запускали такие в детстве? А вот они не успели. Чудовищно, бессердечно у них украли весну. Украли возможность запустить бумажный кораблик в мартовских лужах. Под открытым небом стоит 21 школьная каменная парта и одна классная доска. На ней письмо 15-летней девочки Кати Сусаниной, которое она написала своему отцу из немецкой неволи. Дорогой добрый папенька, пишу я тебе письмо из немецкой неволи. Когда ты, папенька, будешь читать это письмо, меня в живых не будет. И моя священная просьба к тебе, отец, покарай немецких кровопийц. Это завещание твоей умирающей дочери. Несколько слов о матери. Когда вернешься, маму не ищи. Ее расстреляли немцы. Когда допытывались о тебе, офицер бил ее плеткой по лицу. Мама не стерпела и гордо сказала. Вот ее последние слова. Вы не запугаете меня битьем. Я уверена, что муж вернется назад и вышвырнет вас, подлых захватчиков, отсюда вон. И офицер выстрелил маме в рот. Не хочу больше мучиться рабыней у проклятых, жестоких немцев, не давших мне жить. Завещаю, папа, отомсти за маму и за меня. Прощай, добрый папенька, ухожу умирать. Твоя дочь Катя Сусанина. Мое сердце верит, письмо дойдет. Это жуткое место. Дышать тяжело, не то чтобы говорить. Каждая деталь символична. Каждый экспонат говорит об украденном, обожженном детстве. Детстве, которое украли фашисты. И это невозможно забыть, понять или простить. Никогда.